День весны и труда по всей России и в странах бывшей СССР, как всегда, отмечался с размахом. По главным улицам и площадям городов прошли праздничные колонны демонстрантов, скандирующих лозунг еще советского времени «Мир, труд, май» и весело размахивая разноцветными шарами. Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, артемовцы также с задором приняли участие во всеобщем ликовании по поводу 1 мая. Примите наши поздравления в прекрасный, яркий майский день. Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирень. Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда. Пусть дом ваш будет полной чашей удачи, счастья и добра. 1 мая 2011 года на праздничной трибуне присутствуют первые руководители Артемовского городского округа, почетные граждане и гости нашего города. Честь первой поприветствовать всех артемовцев досталась главе Артемовского городского округа Ольге Кузнецовой. Дорогие артемовцы, уважаемые гости нашего города, я от имени депутатов Артемовского городского округа искренне и сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда. Майские праздники всегда дарят нам чувство гордости за свою страну, за наш великий народ. Я искренне благодарю артемовцев за труд, за консолидацию всех позитивных сил на благо Артемовского. Отдельное спасибо ветеранам всех предприятий за огромный вклад в развитие Артемовского городского округа. Пусть эти майские дни будут счастливыми и солнечными, а небо ясным и голубым. Глава администрации Артемовского городского округа Андрей Клименко также не остался в стороне от поздравления жителей Артемовского района с праздником весны и труда. Дорогие земляки артемовцы, я от всей души поздравляю вас с общенародным праздником весны и труда. Наш город прошел нелегкий, но славный путь своего развития. Мы гордимся его историей, его достижениями. Мирное и военное время. Весна всегда приносит с собой обновление. Я верю в процветание родного города, как верю в вас, дорогие земляки. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успеха. С праздником! Нашими национальными лидерами, президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым и председателем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным наш регион ведет к обновлению, улучшению жизни. Губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин. Мы вместе за Путина, за Мишарина, за родной Урал, Свердловская область. Вперед! Поздравил артемовцев с 1 мая и посетивший город депутат законодательного собрания Свердловской области Олег Исаков. Дорогие друзья, единственный день, когда у нас чествуют человека труда – это 1 мая. Это неправильно. И поэтому в сентябре месяце я буду проводить конкурс лучших по профессии. Этот конкурс будет проходить в ваших коллективах. И перед Новым годом мы проведем большой праздник, на котором будем победителей этого конкурса поздравлять. Я постараюсь сделать этот праздник на постоянной основе, чтобы он проводился каждый год. Сегодня желаю вам здоровья, всего самого хорошего, с праздником! С трибуны у памятника Владимиру Ленину было объявлено о начале торжественной демонстрации. Первыми в колонне демонстрантов оказались спортсмены, принимающих участие в различных видах спорта. В первенстве России по футзалу среди юношей 94-95 года рождения. Третье место в первенстве области по мини-футболу среди юношей 98-95 годов. Yeah.
Среди этих участников было немало представителей различных спортивных клубов и школ города. Системы образования Артемовского городского округа. Педагогов идут преподаватели и работники дошкольных образовательных учреждений. 400 дошколят получили дополнительные места в детских садах. В этом году идет реконструкция здания детского сада номер 32. В системе образования Артемовского городского округа созданы все условия для того, чтобы дети получали качественное образование. Помимо работников образования, участие в праздничном шествии приняли и их воспитанники, учащиеся школ и других образовательных учреждений города. Номер 12. Эту школу отличает экономико-правовая направленность, инновационный подход к преподаванию. Здесь трудятся замечательные педагоги, люди влеченные, творческие. Это Пушкарева Ольга Анатольевна. Средняя общеобразовательная школа, центр образования номер 20. Школа создана в 1994 году. Образовательное учреждение имеет дневную и вечернюю форму обучения, где учится работающая молодежь города. Торжественно по площади города прошествовали и члены администрации АГО. В колонне идут работники комитета по управлению муниципальным имуществом, комитета по архитектуре и градостроительству, комитета по экологии и природопользованию, комитета по экономике и труду, военно-учетного стола. В коллективе идет коллектив Артемовского ЗАГСа. Администрации города Артемовского! Ура! Активно приняли участие в праздновании 1 мая члены политических партий. В шеренгах артемовских единороссов достойные люди нашего города. Единой России слава! Праздничный привет! Сегодня четверть партии в районе молодые люди до 35 лет. Главным образом за счет молодежи продолжается пополнение рядов Единой России. Первомайский привет Единой России! Ура! На площадь Совета вступает колонна Артемовского городского местного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Артемовское местное отделение состоит из 28 членов партии. На площадь Совета вступает колонна «Управление культуры». Работникам культуры Артемовского городского округа первомайский привет! Ура! Более 100 наград завоевали творческие коллективы учреждений культуры за 2010 год. Вокальная студия М.Ар. Дворца культуры имени Попова подтвердила свое высокое звание народной. Среди демонстрантов, вышедших на площадь Советов 1 мая, было немало представителей трудовых коллективов. Среди уже озвученных – работники железной дороги, ЦРБ и торговых предприятий города. Ненастная погода и дождь не испугали даже тех, кто просто пришел поприсутствовать на этом весеннем празднике. Торжественное мероприятие по поводу чествования Дня весны и труда закончилось веселым концертом в ДК «Энергетик».